Приветствую всех себя на канале. Сегодня я выбрался за грибами. Уже почти вот пришел на место. Здесь такая дорога лесная старая. Легковые сюда и машины не ездят, только мотоциклы да лесники на больших иногда проезжают. Ну и велосипедисты, пешеходы. Такая вот дорога идет. Там уже прошел, наверное, метров где-то 700. Уже у нас 4 часа вечера, можно сказать. И решил я сходить вот по грибы белые поискать. Хотя уже там видно, по дороге следов было много. И пешеходов, и мотоциклисты про это проезжали. Это лисичка. Лисичка такая. Заберем. Не успел зайти, уже лисички пошли. Хотя, видать, грибники были. Такие лисички уже староватые. Ничего. Где сухое обрежется троху. Отварятся, на поджарку пойдут. Это оставим. Так, начало есть уже. Не белый, но тоже нормально. Сегодня у нас 25 тепла, а на днях так было прохладно. 18 днем было. 15 даже. А ночью до 10 градусов. Пчелки у нас в ульях сидят дома. При такой перепаде температуры нектар особо не выделяется. Так они без работы. А у нас время появилось походить немного по лесу, прогуляться. Сразу пойдем на дальние рубежи. Там черноголовики обычно попадаются. Ну, еще не сезон. Только середина июля. Они ближе уже к сентябрю должны быть. Тоже дороги идут лесные кругом. Да, иду поглядеть, тут колоды с пчелками, вон видно. Борти старые. Долго тут-то стоять не буду. Пчелы лесные. Может и ухо грызануть. Это или взяток у их идеи, или облетик небольшой. Похоже на взяток. Наверное, крушина сейчас хорошо выделяет. Дожди прошли немного. Да потеплело. Прикольно так. Все, хочешь в лесу колоду сделать, повесить. Некогда. Видно, пчелки летают, мед носят. Хай. Работает так. И вот эта колода заселенная. Еще где-то там была одна. Видать, в этом году немного раи были, так расселялись по колодах. То, что в том году мало пчел было, не видно тут так, чтоб. Это пустая вот.
что побольше. Ну, две колодки с пчелками. Съемку я буду вести, как говорится, онлайн, без вырезок и без монтажа. Думаю, так будет интереснее поглядеть, что на самом деле собирается и творится. Во, черничка. По ягоды я не хожу. У нас все собирают на сдачу. Килограмм около $2 уже. Такие вот черники. Наши полесские. Вкусная. Но кисловатая. Бывает, что кусты со сладкой, это кислая когда. Малость витаминок заточили. О, гриб. Ну, это не белый. Их у нас сатанинскими называют. Сатанинский гриб. Вырву, покажу. И он, когда трогаешь, видно, на глазах синее сразу. О. Не знаю, как он по-научному называется, но... Бляха, комары кусаются. Я в майке. Так грызут за руки. Вот видно. Бляха, комары столько. Во, буквально нажал, проходит несколько секунд, полминуты. И она осеннее сразу. В этом месте они постоянно... Вон еще больший один. Кто знает, что за гриб такие, как называется, по-научному их подскажите. Ну, мы их называем сатанинский гриб. С давних времен так все называют. Вот еще один такой. Только уже большой. Старый. Раз эти пошли расти, должны быть уже и белые. Белые у нас дома возле домов, по кустах, по лиственных возле речки растут именно белые, но я по кустах не люблю ходить. Проехал вот за 20 километров в лес, по лесу походить, по сосновому такому. Лесок, бугры, низины. Наши старые места. Посмотрим, что у нас в этом году. Вроде погода такая хорошая, теплая. Да и дожди проходят. Так. Скорее всего, что эту осень грибы будут белые. Будем на супы. Да на большие грибы заготавливать. Земля такая, скажу, грунт то потрескивая сверху, этот грунт, говорю, листы, да, иголки шишками. Ну, земля не такая, чтоб сухая, влажноватая сверху даже. На дождь проходил тут ночью. Так что пойдем. Рыбы шукать. Это бугорок, сюда вот пошла такая больше низина с молодняком, с лесом. Ну, не очень, чтобы молодняк, он смешанный. И в этом вот леску много грибов попадалось. Видно, вот дождь шел, и глиста такими волнами
Здесь с горы стекало, вот с горы сюда, и волнами видно хороший. Ой, хороший дождик прошел, так. Сыроежка. Я особо в сыроежках не разбираюсь. Никогда их не собирал. То не буду брать. След человека, так. Уже прошлись. Вроде говорили, грибы начали немного расти, ну, наверное, не тут, в другом месте надо искать. Не видно покуда белых именно ландышев у поляна. Ну что, пройдемся, прогуляемся. Может, на поджарку что-нибудь соберем. Вокруг тут деревень почти нету. В радиусе километров где-то 8-10. И болота вокруг. Лес и болота. Так что воздух у нас хороший, чистый. Особенно после дождя. Да запах таки. И в лице стоит сосны. Того лисички старые, нормальных нема, одни старые только, или пахучие, запах хороший таки. Так, хочу найти белого гриба ради спортивного интереса. Какая сыроежка зеленая какая-то. И вот еще одна походу. Одни сыроежки только. Так, тут не видать ничего. Ну уже такие грибы пошли осенние. Гляжу, что они такие серенькие, непонятные. Вот в этом году тут осы были. Видно, лиса раскопала гнездо. Или кабаны какие-нибудь. Еще сыроежка вон видно в сторонке. Странно. Ни лисички, ни белого. Весь наш улов. Тут раньше у лисички были на этих. О! Нашел лисичку красивую. Одну и вторую. Эпа, срезали. Ах, запахи киви хорошие. О, лисичка еще одна. Ну, собираем лисички. Может, повезет, белого найдем. Сыроежка. Вот и сыроежка. Рыбики-то уже старые, опавшие. О, еще лисичку нашел.
уже большую, хорошую. Там вот месте лисичек много было, когда сезон на их начинался. Не видно, чтоб было что-то. Ну, еще пойдем. О, что это за гриб такие интересные. Кто-то зарезал. Часть валяется. Это сыроежка. Не знаю. Это красная. Заберу сыроежку. На мусоре кто-то пленку кинул. Упаковка, что-то. Лисичка. Краем глаза заметил лисичку. Верес. Верес. Вот верес росла. Забрались мы в кусты где-то. А пройдем их, выберемся на более высокое место. А только под лапти глядеть, чтоб гадюку не словить. Вот мурашник, муравейник. Дикие муравьи работают. Когда на них идут, начинают, так кислоту пускают. Бляха, корчи залез. Сейчас выйдем на бугор. На горку. Пойдем белечки шукать. В лесу тут полнейший штиль. Тишина вокруг. Только птушаки спевают. Птицы. О, сыроежки белые непонятные. Думаю, в этом году белый гриб должен быть. Если ничего не сменится, будет сезон грибов. То, что уже начали прокидаться грибы белые. Грибница, значит, проснулась. Сейчас только середина июля.
Ну и должны тогда быть и осенью. Позатом году, вот тут по этих кустах и туда я рассаживал грибы, пытался по крайней мере, сбраживал в бутылке грибницу, споры уже со спелых черноголовиков, черных таких грибов и боровиков, это если точнее, и рассаживал путем залива этой смеси в землю. На канале у меня есть это видео где-то в старых видео. Ну, в том году неблагоприятное было условие, чтобы рыбница поприжилась и начал расти. А в этом году, думаю, если так пойдет, то будет белый гриб, боровик осенью. Ну, конечно, я тут не один хожу, но все не пособирают все равно, и нам останется что-нибудь. Вот такие лисички красивые. Ах, пахучие. Собираю одной рукой, не сильно то удобно, но нормально, не так много. Вот этот червяк, лисичка, проволочник называется, на полях картошку прогрызает, и единственный червяк, который лисичку грызет в лесу, вот такие дуболы и скользкие. Упал. Живое существо, хай полное. Его вытащили, дырка осталась лисичка. Лисичку забрали. Оп. О, еще вон две. Короче, в этом месте немного есть, чтобы пособирать. А мелкие беру, они мелкие, вкусные. Ай, комары покусывают немного. Так, забрали. Пойдем дальше. Вот уже немного насобирал. По кустиках. Вот это тут в одном месте. Вроде забрал, а они все равно в сторонке сидят. Тут березы, да. Листья такое желтоватое, да. Сразу незаметно. И вот еще одна. Я и сказал, на поджарку насобираем, прогуляемся по лесу. Конечно, хотел бы боровичка найти, черноголового или хотя бы белого. Интересно было бы. Ну, покуда нету, видать, еще не пора для боровиков. Ну, возле дома по кустах у нас грибы пошли чисто белые летние. Ну, не так много, а возле деревни особо-то не насобираешь то, что за день проходит. Тут, где мы, за день может пройти человек 10, а то и 15.
Ну а возле дома все, кому не лень, может 100 человек пробежаться. Так что, ну, каждому свой гриб. Кто-нибудь да найдет 1-2 гриба. Так, чтобы уже побольше насобирать, так лучше уже ехать подальше куда. Вот тут по лесу. Комарики покусывают только. Ну, не видно. Пройдем эту вот делянку до конца. Фу, комарей сколько. Сыроежки. Не знаю, его возьму. Сыроежек. Они, кстати, вкусные, жареные. Только надо разбираться, какие брать. Ножки. Ну, вот червяк только ножку подточил. Раз червяк есть, значит, человеку можно. Не видно ничего, вот кроме сыроежки и лисички, особо нечего и брать. Молоденьких сыроежек наберу. И тут осталось этот островок. Пройти метров, наверное, 50, то и заканчивается. Основное такое место, где грибы белые произрастали. Ну, значит, еще не сезон. Будем осени ждать. Вот видно, уже такие осенние пошли. Серые какие-то грибы, не знаю, как они называются. Не серые, больше коричневые под кору. Березовую, то есть сосновую. И вот мухоморчик маленький уже вылез. И уже раз пошли мухоморы и эти, можно их назвать еловики, то в скором будущем будем ходить за белым грибом. Ну вот и все уже. Пришли на конечную остановку. Вот это место было богатое на боровики. Не видно ничего. Здесь вот росли заколоды эти. Да и так вокруг. Значит, еще сезон не начался. Будем иногда проезжать. Прогуливаться хоть по лесу, покуда еще пчел на зиму собирать не надо, время есть. Буду я на этом заканчивать, наверное. Пойду назад быстрым ходом. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошее настроение. До свидания.